коротенькое видео будет. Тут тридцаточка в данный момент зашла. Но здесь мы уже ее сейчас прошиваем. А видосик немного о другом будет. Не о прошивке, не о чип-тюнинге. Здесь EGR. Уже сейчас отключаем. Так, отключите зажигание. Евро 2. Ну, вот сейчас июнь месяц, конец июня. К нам повально повезли автомобили на эвакуатор. Вот как зимой в морозы. Вот летом тоже так бывают такие сезоны. А что с ними происходит? Так. Почему? И как этот момент можно избежать? Избежать, по крайней мере, как минимум эвакуатора, чтобы самостоятельно доехать до СТО. Так, окей. Мы вам сейчас покажем. То есть это вот третья машина у нас за неделю, которая приезжает на эвакуаторе, и там больше за эвакуатор платят, нежели за ремонт. Смотрите дальше, в чем причина. Мы ставили мотор сюда. Давно. Ваня здесь. Не, не Ваня, Иван. Мастер Иван ставит заглушку. Мотор наш контрактный стоит на EGR. Мы вам сейчас покажем, как доехать до СТО и в чем вообще причина. Причина у нас банальненькая и в принципе недорогая. Вон оно что. Вот что у нас сдохло. А почему сдохло? Сейчас тоже покажу. Сейчас вот у нас еще раненькое утро. Но вообще виновник. Так, сейчас. Вот этот конь. Дальний. У нас здесь несколько таких деревьев вокруг стоит. Нас засыпает. Засыпает. Пухом, блин. Сейчас поеду к нам повально на чистке радиаторов. Вот, представляете, это вот за неделю навалило так этого пуха, как снега. Сейчас попробую показать, что в этом датчике. Так, как бы сфокусировать. Ну вот оно что. Все банальненько. Вот так, наверное, будет хорошо видно. Виновник всех бед. Тополиный пух. Жара, июль, блин. Едешь ты такой счастливый обладатель Приуса 30. Деньги экономишь. Довольный, счастливый. И тут, да не знаю, наверное, будет слышно, что мотор вот трясется, пока все нормально, пока батарейка не разрядится. Вот я на газульку жму, значит, реакции никакой. Бензом воняет, да? То есть электроустановка крутит. Бензом воняет. Ну, потому что не заводится мотор. И высаживает батарейку. И потом хлобысь. О, все, ошибка. Ёлки-палки, что же делать? Ну, ты-то типа подготовленный. У тебя есть ELM 327, как минимум. Итак, сейчас все автовладельцы подготовлены, вооружены, но не таким, не так полупрофессиональным, скажем, оборудованием, но просто ELM-ками. И делаешь ты такую диагностику ELM-кой. Гибрид-ассист у тебя установлен, там еще какие-то программы специальные, гибридные. Что видишь? Сейчас, одну секунду. А видишь вот такую вот ошибку. О, двигатель не запускается. Ну, здесь корявый перевод. Лаунж переводит коряво. P3191. Мне удалось запустить двигатель. Что за фигня? Думаешь, ну ладно, сейчас ошибки скину. И все будет отлично. Ошибки у нас скидываются. А потом я...
Все. Что ты там, Ваня, говоришь? А? Ага. Ты там потише. Да я истории рассказываешь всякие. Старая. Все, ты, короче, ошибки, что у нас все скинулись, ты счастливый, доволен, думаешь, поеду сейчас дальше. Все, она вроде бы даже завелась. И, ну, на газ все равно не реагирует. Эй! Не едет. Ну, сейчас чуть-чуть подергается. Все. Ну, давай еще раз попробуем. Но пока батарейка не сядет. Мотор трясется, слышно, наверное. Нет, ну дальше что? Так, и вот, снова та же ошибка. Все то же самое, ничего не меняется, машина не едет. Так, повторно. Дальше не пойдем. Все, все то же самое. Что делаем, чтобы доехать до СТО? Но ошибки скидываем, конечно. Открываем капот, идем. Вани где-то нету, есть здесь Вася. Скидываем датчик. Датчик разъем, фишку с датчика скинули. Идем обратно. Все, загудело. Ошибка, конечно, загорится. Но, по крайней мере, слышно, что мотор работает. Все гудит. Все едет. Таким образом, вы сможете доехать до пункта назначения. Припарковывайтесь. До пункта назначения. Автосервис Ефрат Авто. Там благополучно. Поменяем вам датчики, поедете дальше. Все банально, все просто. Виновник пух. Всем спасибо за просмотр.